На выставке 92 экспоната. Это масляная живопись, графика, скульптуры, личные вещи участников боевых действий и агитационные плакаты времен Великой Отечественной. Собрать такую большую коллекцию в одном месте помогло руководство Государственного музея героической обороны и освобождения Севастополя. На выставке представлены работы не только крымских художников, но и известных мастеров со всего Советского Союза. 75 лет назад, когда во всех громкоговорителях нашей страны прозвучало страшное слово «война», тогда, мне кажется, каждый первый житель нашей страны был готов встать на защиту своей родины. И это были не только военные, это были простые гражданские люди, это были инженеры, учителя, строители, крестьяне, студенты, вчерашние школьники и художники в том числе. На выставке представлены экспонаты разных жанров. Есть здесь и портреты советских солдат, и пейзажи разоренной войной земель, и картины суровых будней фронтовиков, и даже натюрморты военной тематики. В первую очередь, выставка рассчитана на подрастающее поколение. Спрашивают, а какое эта выставка имеет отношение к молодому поколению, на самом деле, чем она важна? Да она как раз-таки молодому поколению и важна в первую очередь, не старикам, а молодым, потому что, знаете, как говорят, медали теряются, письма желтеют, а память остается, память вечная, и должны знать, должны помнить все те ужасы, которые тогда наш народ пережил в годы Великой Отечественной. Выставка «Вставай, страна огромная» продлится до 7 июля. Кирилл Попов, Андрей Вовк, Севинформбюро.